Накануне 8 марта видновчанкам сделали прекрасный подарок. В историко-культурном центре открылась выставка талантливой художницы Ольги Волокитиной. На входе посетителей встречает длинный портретный ряд, созданный самой Ольгой Волокитиной. А вот экспозиция в остальных помещениях – настоящая ода природе, цвету и цветам. Здесь также много ярких, сочных натюрмортов, созданных как самим преподавателем, так и его учениками. И сегодняшняя выставка как раз-таки, вот, ну, по моему мнению, я считаю, она самая женственная. Она не могла быть и в графике только в эти дни, предпраздничные дни, посвященные Международному женскому дню, эта выставка могла открыться. Здесь представлены работы в технике многослойная акварельная живопись. Это собственная методика основателя школы акварели Сергея Андреяки. Когда пишется работа, используется очень много слоев. Это может доходить до 17 в каждой работе, да, то есть накладывается слой за слоем. В зависимости от того, что изображается, это может накладываться по сухому или по влажному, да, или сухой или по влажной акварели. Работы в этой технике напоминают насыщенную масляную живопись. Но в отличие от масла, их отличает воздушность, легкость, водянистость, присущие именно акварели. Это дает неограниченные возможности для выражения цвета. Произведение Ольги Волокитиной отличает собственный характерный почерк. В этом зале мы можем увидеть как раз эти работы, в которых художница смотрит на природу таким очень приближенным взглядом. Это ее собственная тема, она к ней пришла спустя долгие годы работы. Есть работы, на первый взгляд, совершенно одинаковые. Но если присмотреться, начинаешь видеть отличительные черты почерка каждого художника. Вот смотрите, это портрет кисти преподавателя, а это работа ее 16-летней ученицы Полины. Поразительное сходство, но все же они совершенно разные. Один из посетителей выставки – Никита Максимчук, сам художник, поэтому его оценка сугубо профессиональная. Никита довольно часто ходит на выставки коллег, и ему есть чем сравнить. Хорошо очень по цвету, видно, что рука поставлена. В общем, передает такое приятное весеннее настроение. Видно, что такая более-менее старая школа, что очень приятно. Но больше всего экспозиция ожидаемо порадовала представительниц прекрасного пола. Мне очень понравилось. Прекрасно все. Бесподобно. От начала до конца. Просто столько эмоций, столько... Просто вообще хочется смотреть, смотреть, смотреть. Ну и ту же картину не один раз подойти хочется. Всего на выставке представлено около 50 картин. Увидеть экспозицию можно до 7 апреля. Екатерина Борисова, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.